Преподаватели и студенты самого молодого биотехнологического факультета Полесского государственного университета с полным правом могут подвести первые серьезные результаты своей научно-исследовательской деятельности. Будущие биологи, специалисты по промышленному рыбоводству и переработке рыбной продукции, ландшафтному проектированию уже сегодня активно и успешно осваивают клеточные технологии и занимаются селекцией растений и животных. Биотехнологии – очень востребованная в современном мире отрасль. В лабораториях вуза студенты размножают садовые, а также хвойные культуры, отдельные виды рыб. Самый молодой факультет университета уже представил свои научные разработки для реального сектора экономики страны. Интересные проекты предложили преподаватели и студенты кафедры промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции. Знания и практические навыки по специальным дисциплинам ребята получают не только в студенческих аудиториях, но и на базе филиала университета рыбхоза Полесье, а также в уникальной аквариальной учебной лаборатории университета. Аквариальная, она предназначена для обеспечения тех дисциплин, которые читаются по данной специальности, получение практических навыков. Именно здесь разработана технология выращивания экзотической для Беларуси тиляпии, прекрасные вкусовые качества которой уже оценили потребители. Правда, пока мясо этой рыбы поступает в торговую сеть в основном из Китая. Но ее разведение на промышленной основе в рыбоводческих хозяйствах страны в скором будущем обязательно будет. Мы разрабатываем, да, технологии, разрабатываем проекты для внедрения этих технологий на предприятиях. Мы приглашаем спонсоров, инвесторов, чтобы они вложили свои средства для получения разработки самых передовых, новых технологий, ресурсосберегающих технологий, которые помогают снижать себестоимость продукции, выращивать продукцию экологически чистую. Это единственный проект, который могут предложить преподаватели и студенты. У нас, например, разработаны проекты по так называемому органическому рыбоводству сейчас. То есть такому рыбоводству, где вообще не используются искусственные корма и только обеспечиваются экологически чистые условия выращивания рыбы. Ко многим инновационным разработкам уже проявляют интерес инвесторы и бизнесмены, которые тесно сотрудничают с технологическим парком Полесье, созданным на базе Полесского государственного университета. Мы входим в технопарк. У нас в составе технопарка есть разработано еще один очень интересный проект. Мы разработали новую конструкцию рыбоводного садка, который позволяет выращивать рыб как одного вида, так и совместно нескольких видов. Выращивание нескольких видов рыб называется поликультурой. Его инновационная составляющая состоит в том, что он имеет дно, которое может подниматься на любую высоту. Своими знаниями и открытиями специалисты готовы делиться со всеми, кто проявляет интерес к инновационным разработкам, которые уже могут дать реальный результат. В рамках делового сотрудничества проводятся консультации по организации малого и среднего бизнеса. Предусмотрены сопровождение и реализация бизнес-проектов в этой области деятельности.